сколько осталось у него хп? Ох, еще долго. Сколько? 150 у него только. Ну, сотку мы снесли уже. Сотку? Ты что, с математикой 100. Плохо? Ну, у него же 250 хп уберет. 200! А, 200? Печально. Раньше было вроде 120. Раньше 150 было вообще. Они на 50 хп увеличили. По-моему, металлическая стена, деревянная и все. У него, кажется, там не одна такая дверь. У меня, у вас одного ладили, у меня под фризи просто. У тебя фризи чуть-чуть, наверное. Ну, клип мод включить, залететь к нему домой и все. Чувствую, знаете, у него, мне кажется, там, где крыша деревья каменная, там, наверное, у него стоит. Железная дверь, да? Нет, этот ящик стоит просто. Не знаю. Ну, чувак живет в зимнем биоме, блин, у него такой нубский дом. Ну, чувак, он замерз, сдох, все, садхом не поставил, умер. Все. Или мама позвала кушать, компьютер отключился, потом он его включает, а у него раз ударился. А он через модем. Через модем? Ну, есть такие мельцы. Может, ты начнешь стрелять, не знаю, кто. Кого я попал? Я стреляю постоянно. Все, стреляй. Я? Угу. Я постоянно стреляю. 50 хп. Нормально, чем самое время. У меня 14 стрел. Подбираем. А он стоял, подбирал стрелы, я пацаны, знаю. Пацаны, вот этот воробей, короче, думает, что мы самый лучший план, короче. Ну, пусть так думает, это и есть так. Хихаре стрелять, я их только убираю, вы опять стреляете. Ти, давай ты уборщица, а мы гадим, короче, дверь. Так. Что за новый фильм? Спасибо. Че за фильм? Вытащи мне стрелу из башки. Да ты закончил. Я сейчас ешь балл. Я был, я тебе ни разу не стрельнул, слышь. Ты, я развернулся, в меня стрельнул. Это я был. Так, только. Я вот. О, один хп. Снимите стрелу с меня. Опа. Подсадка, буст, быстро на подсадку. Давай мне и меня стрельнуть. Вставай. Да куда ты? Вот сюда, в угол, вот сюда. Что буст-то? Я тоже хочу подсаживаться. Я первый сказал то, что ты, короче. Сейчас, подождем несколько секунд. Давай, все, присядь. У меня стрим, люди видели, ты прикалываешься? Чё это за мания? Присядь, а. А, всё, вставай. Всё. Молодец. Бошку опусти свою, не надо поднимать голову. Всё, вставай. Ты уже их, знаете, все облутал. Ты встань. О боже. Я встал, да ты сам скатываешься. Да? Ну понятно, да. Еще раз вставай. Че там творите, ребят? Все, просто встань. Видишь? Это ты бросал. Че у него тут? Че у него было, короче? Давай. Да хлам всякий. Порох. Хоть что-то. Кожа понятно. Дробовик. Дробовик? Да не стреляешь ты по мне, ты че такой-то дятел? Я сейчас FFF он включу, тебя загашу, отвечаю. Я тоже включу. Главное. Камушки у него тут. Жрочек. Так. Забираю у него до конца все. Костер поставлю, мясо нам. Давайте, пожалуйста. А, стоп. Подожди, а у него тут что, ящика не стояло? Все хорошо, нет? Все тихо, я корову. Забери мои это стрелы. Окей, костей. Подожди, это хрень. Ну ящик. Где у него ящик? Я говорю, а где ящик? А, ящик у него та стенка, которую мы с тобой... Пацаны, ну что, много у него лута было? Нормально у него лута, так. А купили стрелы? Да, купили. Понятно. Он там, я вижу его. Вы про кого? Ящик. А посмотри, какой у меня дробовик есть. Так. Покажи, где? Во, такой, самый топовый его. О, надо изучить будет. Я пойду сейчас изучать, наверное. Который помповый? Да. Давай, ты, короче, тпшься домой, мы дальше. Угу. Я, подожди, а у него тут все ты забрал? Мясо ему... А, вот, подожди, ткань. Нет, я не все забрал. Ткань надо забрать у него. Что тут последнее?
Все, я пошел изучать, но, блин, ну, не факт, что мы его изучим, конечно. Да, два раза изучаешь, я тут. Два раза пошли, изучаешь, да. Если... Да сейчас, подожди, меня сжарю. Дай ему сказать. Давай, вот. Давай, говори. Короче, смотри, ты изучаешь сейчас. Если там меньше 20% становится, то все, посвидох. Окей. Опа, опа. Ну я умер сейчас, мне пробили опять с болта. Проебали вещи мы, конечно, знатно. Тихо. Он убегает. В смысле не убил? Ничего. Меня убили. А вы чё, раздельно пошли? Ух ты, блядь. Патронов нету, твою ж дивизию. Минус еще один. Бегу, тебе на помощь. Еще один минус. Сегодня. Еще один минус. Да! Сука, всех падал, блядь. Быстрей сюда. Капец. Последнего я зарезал. А кто тут еще орёт? Кто орёт еще один? Я орал, я умер. Быстрее. Я... Блин, не могу, у меня сейчас просто дохерище тут лута. Сейчас... Я к тебе сейчас, ТПшник, ты выйди, прими 15 секунд. Ага, все, быстрей. Этот террорист подбегает? Да, я бегу, а ты где стреляешь? Я... Блин, от дома, сзади дома. ТП... ТПА, блин. Фух. Ты что, с калаша стрелял? Да! Охереть, сколько лута, блять! А где ты? Я забегал. Сюда, да, мой хороший. Вот. Где он? Патроны взяли все. Блядь, я Томпсон. Пацаны, спустите мне Томпсон, я пока сниму. Террорист, пока его нет, быстрее, мне Томпсон скинь. Опа, нет, опа, я его нашел. Слышь, попал! Террорист, да, слышишь? Ты можешь спускаться сейчас? Да, спускайся, ты потом... Попал по нему! Ай, все херачит! Спрячусь! Сейчас меня захерачит пока. Да не захеренач, не бойся, не беспокойся, офигеть. Опять началось! Ай, господи, блин. Террорист бомбит опять. Я его грохну как-то. А грохнешь ты или не? Короче, надо будет это самое, систему надо будет сделать. Да, стреляйте по нему. А я потом сделаю, я его кинул. Где он? Как, калаш где мой? Не ту стену, стой! Блядь! Ой, херачит он, блядь. Живи. Сейчас он залёгнет. Давай, скидывай. Он... Давай, а я скинул его туда, нахрен. Ты сюда, и мне. У меня его нету. А, вон он. Фак. Блядь. Ну иди в жопу, блядь. Всё, я подобрал. Серый, ты тоже, блядь. Ты знаешь, ты жопу свою поднимай тоже, блядь. У тебя не официант. Я стреляю, если по вертолёту, чувак. Так. Я как бы... Он сейчас меня не видит, поэтому вам нужно его... Он по стенам стреляет. Где этот Питер? Где он, блин? Его не вижу. Ох ты, вот он, ах ты, иди. Вообще не вижу, он. Где ты, тварь, лазишь? А ну иди сюда. Попал. Патронов мало, блядь. Открываю все окна. Пооткрывали, блядь. Ну я-то, блядь, попал. Ой. Мать твою! Мать мою! Вот это экшон нормально. Господи. Заход делает, заход с камня. Опа, по мне гасит. Стрелял по чуваку. Попал. Попал. Да как... Сейчас же я его нахрен отхерачил. Какой вчера? Я вчера его вчера херачил. Последние патроны поступил. Пацаны, вы еще можете писька на достанете линейку. Моя длиннее. Блять, патронов нихера. Томпсон еще один есть у нас, ребят. Патроны на Томпсоне. У меня есть патроны, у меня дофигища патронов. Он сломанный есть. Попадаю. Где, дома? Ну, там Томпсон валяется, но он сломанный, по-моему. Я его починю быстренько. Ну, возьми, дома лежит. Да, Томпсон есть, отлично. Ой, давайте, херачьте по нему, ребят, херачьте. Что это за... Попал два раза, блядь, сука,
ко мне хп ноль. Я еще упал, блядь. Да ничего. Ну, лети, ну ты где? Сейчас ракеты полетят. Вот прям пи-пи-пи-пись качу. Антон, не обессудь, я тебя лучше беру. Бедный Антон, он опять сегодня будет орать. Где мой лут, блядь? Пидоры. Он меня поймет, я надеюсь. И убьет. Поймет и убьет. У него патрона нету, кто патроны у него забрал, сволочь. А патроны, кстати. А, не, я патрон не брал у него. Где этот долбанный вертолет? Я ему сейчас насую. Со стороны горы. Где я не вижу? Вон он, вон он. Попал, да. Он, блин, если будет падать, то он... Попал, блядь. 4 раз подряд. Пацаны, вы лучше с этого, с вышки стреляйте, он не может попасть. С... О, все. Прощайте. За Сургут! Опа. Опа. Попал. Сука, на. У вас патроны все попал вроде как. У меня пистолет. Эй, блядь, я ему весь магазин попал. Он дымится вроде бы. Я в него магаз целый пустил, пацан. Лишь бы он во дворе упал, пожалуйста, блин. Патроны кончились. Мать моя бабуля! Капец, я перезаряжался. Попал. Ой, херово. У вас камень отлетел от. А, бля, я не... Я тут какой-то бомж бегает. Ну, пошел вон отсюда. Ладно, хер с ним. Это... Попал. Патроны, бля, патроны срочно нужны. Делай патроны быстро. Ух ты, у меня кровотечение. Сюда ты улетаешь. Сюда пошел, о, попал. В воздухе остался. Возвращайте его сюда, блядь. Все, возвращается. Ой, летит. Бой. Я на вышку пошел. Металлофрагменты, где металлофрагменты? Срочно, металлофрагменты. Патроны, быстро. Фак, блядь, лестницу сломал. Патроны. Скоростной. Блядь, где порох, ёб вашу бабулю? Нету пороха больше. Кто порох мой весь забрал, тварь? Кого вы... Ай, ребята, я... Я ему хвост попал, пацаны. Ай, господи, быстро, порох. Порох, быстро. Ой, а, ой, пипец. Ой, блядь, у меня ФПС на мне. Нагнал. Пацаны, все, короче, он лестницу... Да в жопу, у меня дохерища патронов, ему пиздец. Горит он же, дымит сверху. Ух ты, блядь, тут кто-то... Кто-то его сейчас залутать хочет, блин. Да, я его залутаю. Маните его во двор. А, у меня хп нет, бля. Куда ты там уходишь, тварь? Ну иди сюда. Бля, туда горит. Я умер. Лох. В нос попал. Быстро, птичку. Вот. Попал. Маните его к нам во двор, срочно. Так, делает заход. Да, бля. Да что ж ты такой там косой, а? Я упал. О, господи. Дымится уже. А ну иди сюда, тварь. Хвост. Старт. Кушай. Иди сюда. Пельмень вонючий. Траектория, к сожалению, совершенно другая, он к нам не упадет. Никак. Попал. Чё? Улетает, пацаны, улетает. Не улетает. Да не улетает, он просто разворачивается. Еще один кружок. Ой, ёб ой, твою бабулю! Ах ты ж тварь, по моему дому будет херачить, я тебя сейчас... Выселю. Да, выселю! Остановись. Ноги. Да, господи, что? У меня что, не... Что за везучий? Попал в хвост еще раз. Попал. Он уже почти мертвый. Патроны кончились.
Убейте бомжа, он там стоит, ждет, пока вертушка придет. Вижу бомжа нахер. Вот надо, чтобы он такой заход делал прям над нашим домом, чтобы мы вот так вот. Пацан, мы сейчас шатаем все равно, ты можешь идти. Минус, бомж. А, красава. Иди сюда, вонючий вертолет, я тебя ненавижу. Я попал два раза. Попал по нему, еще попал. Завис в воздухе, видели? Ну, в воздухе завис, я несколько сел. Какие там интересные стрелки сидят, косые? Ну, раз террористы убивают, мне кажется, вряд ли косые. Ну, по мне попадает, но не... Твою мать, как он низко пролетел! Как он пролетел, блядь, прям перед моим лицом. На брелище. Прикинь, просто лопатями террористу загасил. Меня убили, блядь! Пацаны, он дымится уже, конкретно. Да понимаю, блин, подожди! Меня убило просто. Давай, быстрее, а родной, брать, родной, давай. Когда он далеко Компассировал мозги твои. Где мой труп? Вот он, мой труп. Где калаш? Калаш где? Попал. А ты что, с болтовки? Вы что, с болтовки стреляете? Я с болтовки стреляю. Я думаю, что так долго моего херача? Все, меня второй раз убил. Да ты убей. Он вообще конкретно дымится. Конкретно, да. Господи, пожалуйста, давай, родной. Кто стреляет сейчас калаша в него? Или это он у нас? Дома, идем на вышку отсюда. Да, не надо, ты там уже сколько раз умирала? Опа, попал. А я бомж, у меня не убивает. Ага, иди сюда. Ёб твою дивизию. Вместо того, чтобы прощайте, ты... Ты говорил бы... Блин, патронов вообще нету. Попал. Ой, его косить начинает. Ну, нету падать. Стойте, пацаны, надо найти пик, когда он будет летать именно над этим, над домом нашим, поняли? У меня калаш сломался. Патроны закончились, прикол, вообще патроны, все. Порох, сульфур есть. Посмотри. Сульфура нету. Падает? Херач. А, нет, блядь, я в него магаз целый пустил от Томпсона. Падает он, не падает? Еще чуть-чуть, надо еще один-два магаза еще. Один-два магаза загазрить. Магаза, блядь, расшкатывайте. Ой, все, пошли. Попал. Капец, конечно, вот это жесть. Вообще ой, сульфура нету. А если с него с гранатомета попасть, он в первый раз сядет даже? Да, гранатомет по нему не палит. У него уворачивается хорошо. Блядь, все, надо его добивать уже. Серьезно? У меня вообще нету патронов, ребят, с чего стрелять? С пальцем. Капец, как смешно. Дробовика даже нету, чувак. В смысле? Дробовик-то я изучил. И у нас есть... подожди, есть дробовик. Лол. Завис. Капец. А ну иди сюда, падла. У меня дробовик. Да твою мать, телепортнулся. Сля в него он телепортирует. Вот читер, а. Так. Пацаны, падает, все. Куда Боже? Падает? Куда падает именно? Упал. Куда упал? Он куда упал? Смотри, во двор побежал. Выходим, оружие берите хоть какой, хотя бы фалос. Ящик один, ящик у нас лежит. Один ящик и... Да меня бьет туда! Господи, блин. Пройти нельзя здесь, короче. Факт из-за сиськи, короче. А, во, можно. Давай, я пожарный, я прохожу. Это по кому стреляют сейчас, с калаша? Хрен знает, а с горы. Тут чувак поставил ящик. У меня все. А уже не надо. Ребят, ну какого хера собрали, ёпты. Опа. Да, блядь, кто собрал? Кто собрал? Кого собрал? Сука. Что такое? Раз, нахуя, блядь. Я какого-то шакала нашел. У него тут ресурсов не так уж и много, но все же
Что-то есть. Да, бля, дайте ему утечка. Так, братан, сорян, но у тебя, ух ты. Вот так вот шкафчик надо ставить. Животный жир. Все поесть надо быстро. Столько хлама. Все жалко так выкидывать. Там, блядь, хуйня какая-то, сука. В первый раз чисто попал. В этот срепобелил. В Расте играешь или в какой игре? Да, он, да, Расте на квесте каком-то. Там какой-то баскетбол заходит, кто-то хотел поиграть. Да, стрельба из лука. Сука, я первый раз попал, блядь. Чисто. И какой-то пидорас собрал, блядь, стрелы, и теперь заново пошло. Давай. Прости, братан, но ты сам этого сделал. Да ёб ты, блин. Так, так, вот так. Вот так вот, ой. Сорян, чувак. Это тоже заберу, это тоже заберу. О, всё. 30 тысяч вульфура, блядь, пиздец. Угу. И последний раз рему. А, ящик, то есть нельзя уничтожить. А, можно. Все. На этом я зарыдил этот домик. Ну, бля, сука. Ну ты. Ресурсы-то. Ясно. Он бесил, понимаешь, он бесил. Вы не правы, ребят. Вы со не правы, своими разговорами он просто бесил. Мы просто много времени потратили на пиздеж, пока стояли возле дома. Если бы мы раньше побежали, мы бы гораздо больше добыли. Что-то мне кажется, что этот дом будет бесполезен. Мне кажется, в нем вообще ничего не будет. Ну а сколько мы потратили? Может, этот чувак. Сейчас просто 10 хп, 1 хп остается, чувак. Открывай дверь. Заходим, 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 террорист. Ну, блядь. У него сафура было 500. Давай, давай, ну, террорист, блин, ты самый жирный из нас. У него кикстартер был, пацаны. Оп, оп, оп. Топор железный, топор обычный, камень, все. И как ему нужна была? Капец, кто встал посреди дороги? Опа, это кто? Там было очень чудельного. А тут что? Террорист, дай-ка посмотреть. Какие у него ящик? А, все, короче, блять. Да, пацаны, короче, я максимум, что с него взял, это две аптечки на. Все, нормально. Тебе ТПР писать. Это из дерева. И стрелы, и это как его. Все, уходим. Нас наебали.